Всем привет. Играем турнир «Максимальный вес» на острове Врангеля. Локация «Ледяной плес». Ловим полярную акулу. Используем удилище поплавочное. Пол воды. Мясо. Мокрое мясо. Вес приборки. Остров Врангеля. Находится... Во-первых, с Чукотского Пункелир называется. Так, остров белых медведей. Находится в Северном Ледовитом океане между Восточно-Сибирским и Чукотским морями. Всем назван в честь был такой российского мореплавателя, государственного деятеля, то есть не белого офицера. В 19 веке был такой Фердинанд Петрович Врангель. Вот этот островок, российский остров, находится как раз на стыке западного и восточного полушария. Там мы и играем в турнир «Максимальный вес», ловим полярную акулу без прикорма, пол воды. Сейчас на этом острове как раз пору выстраиваются российские воины, городов для защиты Северного Ледовитого океана посягательств. Это нас сейчас меньше интересует. Мы играем в турнир «Максимальный вес». И вот вытаскиваем приличную акулу. Это, конечно, не те, что... на Камчатке муравей, трофеи на пол, и тот вес, но для победы вполне достаточно. Где-то на белом свете, ну не скажу, что очень легкий такой турнирчик, бывает, что с первого раза его тяжеловато пройти. Можно переиграть. Вот в данном случае, что интересно, все поклевка, так сколько было, случилось на правом удилище. Хотя такое же мясо, такой же кусок мяса было слева. Вот. Все поклевки направо вот тут. Время подходит. Не успели вытащить, не стали торопиться. Достаем спиннинг. Держим в руках спиннинг, а ту удочку пока оставляем. Принимаем эликсир, ждем окончания турнира. В руках спиннинг. Вот результаты турнира. Выиграли. Турнир закрытый, поэтому очки приличные. Вот наши подарки. Смотрим, что боты там получили. Дальше убираем спиннинг и вытащим то, что есть с алкоголем, соответственно, очки будут побольше. Вот такая вот акулка и вот такие вот очки. Уходим на базу, весь наш улов любуемся, продаем, отпускаем и убираем яд из организма, похмеляемся. На этом заканчиваем, до свидания.